Голосование по Конституции могут провести на дому. Это специально вбрасывают для чего? Для того, чтобы людей все-таки заставить идти, чтобы сказать, да, ну если вот вы будете бойкотировать, они проведут на дому, ну и на здоровье. И похер, мороз, вы понимаете? Да вообще безразлично, что они напишут. Главное, чтобы никто в этом не участвовал, вы понимаете? Вот они принесут, вот 100% за Путина. Ну и засуньте себя в шоп, какие проблемы? Ну люди тоже будут понимать, что в их подъезд даже ни одного этого, блядь, сурные не пустили. Что никто никуда не ходил. Они сейчас информационный мир, все это видно. Все будут фотографироваться. Можно сейчас заниматься тем, что начать среди агитаторов флешмоб такой, там, я не знаю, акцию, там, вот я сижу там, сижу, никуда не хожу. Вот он, блядь, я сам изолировался. На 22 число я сам изолировался. И забить этим интернет. И будет все совершенно очевидно. В Шотландии из-за коронавируса отложили референдум о независимости, видите. То есть независимость Шотландии не так важна для шотландцев, как жизнь их граждан. А в России все наоборот, блядь. То есть важна, самая главная, жизнь Путина, а все остальное вообще не важно. Ни независимость, ни свобода, ни жизнь граждан, ничего. Вот такие дела. Людей банально бросают на убой из-за интересов одного единственного человека. Об этом и надо говорить. Вот это вы сказали самое правильное. Что, понимаете, вас гонят на убой для того, чтобы вот Вове было хорошо. Пошел он нахер. Хотя бы из-за этого не ходите. Из-за того, что вы можете заболеть коронавирусом, из-за того, что есть такой козел, который о вас ноги вытирает. Вам западло должно быть. Понимаете, вот выборы вот эти 22 числа, описать нужно одно только слово, не бойкот, а западло, западло писать слово, даже не бойкот, вот они вешают эти плакаты и писать надо западло, чтобы все знали, что это западло. Дмитрий Зверев, мне 43, ни разу не голосовал на государство, абсолютно верно, то есть убей государство в себе прежде всего, это главное. Цель, да, уничтожить государство внутри себя, потому что мы рабы, надо убить в себе раба, выдавить его по капле. И если ты идешь куда-то голосовать, это должно быть сознательно, ты внутри должен четко себе представлять, зачем это делаешь, а не потому что так делают все, да. Вот как я, допустим, в 16 году вышел на выборы, для чего? Для того, чтобы получить эфир и сказать Путина на кол, только для этого, да. Ну и многие разы тоже там, как бы, пока до этого дошел. Это очень важно.